29 декабря президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в нашей стране Мануэля Адальберто Карлоса Монтенегро Лопеса да Круса. Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом. Отметив, что Азербайджан придает большое значение связям с Бразилией, глава государства подчеркнул наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений в различных сферах. Указав, что связи в политической сфере сбалансированно развиваются, основываясь на взаимопонимании, президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость активизации взаимодействия для расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Коснувшись сотрудничества между двумя странами в области авиации, глава государства подчеркнул, что имеется широкий потенциал и для развития связей в культурной и туристической сферах. Президент Ильхам Алиев пожелал Мануэлю Адальберто Карлосу Монтенегро Лопесу да Крусу успехов в период его деятельности в Азербайджане в качестве посла. Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус передал президенту Ильхаму Алиеву приветствие главы государства Бразилии и отметил, что испытывает чувство большого удовлетворения в связи с началом деятельности в Азербайджане. Сообщив, что между нашими странами ведутся политические консультации, посол отметил важность наращивания усилий для использования потенциала двух стран в экономической, торговой и других сферах. Он выразил надежду на то, что планируемое очередное заседание двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам внесет вклад в развитие сотрудничества в этом направлении. Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус отметил, что будет настойчиво трудиться для развития дружбы и сотрудничества между нашими странами. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие главы государства Бразилии, просил передать и его приветствие.